Успей поставить лайк за 3 секунды, если ты любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки. Меня зовут Алексис, и мы сегодня с вами поиграем в очень крутые мобильные игрушечки. Поэтому садитесь поудобнее, ставьте свой лайкосик, а мы начинаем с игры Speedster Hit. Ну и это у нас самая первая миссия. Ребятушки, давайте мы тогда проведем линию, и что-то мы сделаем. Мы его просто уничтожим. Ребят, он вам никого не напоминает? А ну-ка напишите в комментариях, ребят, кто это такой? Кто это может быть? То есть, смотрите, а мы можем сделать вот такую вот линию? Конечно же можем! Ничего себе, блин, как круто! Ребят, видели, мы просто прочертили с вами линию, и он по ней пробежался и раскидал всех-всех пацанчиков. Прикольненько. Ребятушки, ну надеюсь, что вы в комментариях напишите, кто это такой. Ну, многие из вас его знают. Да, это супергерой. Ребят, это супергерой из мира DC. Это вам такая вот, знаете, ну, подсказочка небольшая. Окей, следующая миссия. Так, что мы можем сделать, ребят? Ну, давайте мы сделаем вот так вот. Потом мы возьмем эти вот молнии и сделаем вот так вот. Бам! Берем молнии. Молнии нам, наверное, еще больше энергии дают. Или что? Но пока я, ребят, не, если честно, не знаю, что делают эти молнии. Но, короче, игра реально очень крутая. Это, кстати, новая игра. Так, окей. Идем сюда, 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 сюда и сюда. Смотрите, бам-бам. Так, молнию бери обязательно. Так, отличненько, ребят. А, молния, это наша энергия, ребят, я понял. Смотрите, если мы сейчас не будем брать молнии, то мы тогда с вами не сможем их уничтожить. Смотрите, вот раз, два, три, четыре, пять. И у меня уже энергии не хватит на этого чувачка. Смотрите, оп, все, энергии нету, ребят. И мы врезали в него, поняли, да? То есть обязательно нужно молнии такие вот собирать. Так, и давайте мы тогда выполним еще с вами одну миссию. Вот так вот мы идем, вот так и вот так. Все отлично, смотрите, бам, взяли энерджи, и все, мы его раскидали. Ну что ж, ребят, давайте тогда открывать другую игрушку. Ну, это у нас, друзья, Spider-Kid. То есть, мы тогда играли за одного супергероя, сейчас, ребятушки, играем за другого супергероя. Так, прицепляемся к вот этим вот штукам. Точнее, мы не прицепляемся к ним, мы просто делаем, ребятки, вот так вот. Скинули на них вот эти вот ящики. Ну, в принципе, этого парнишку вы и так узнали, да, это он очень сильно похож на Человека-паука. А вот на кого тот похож, ребятки, то это у вас такое вот задание. Напишите в комментариях, пожалуйста. Так, одного мы уничтожили, отличненько. Теперь давайте мы эту штуку заберем. Ну, супер, теперь чуть ниже нам нужно спуститься, чуточку ниже. И привет! Вот так мы его просто, ребят, ударим ногой. Ну, мы, наверное, ногой его ударили. Его просто обезвредили. Ну, хорошо, хорошо, что сейчас? Мы находимся с вами вот здесь вот. По центру, как говорится. Так, получай. С этим мы разобрались, ребятки. И еще с вот этим получай тоже в голову. Вместо глаз крестики появились сразу. Mission complete. Миссия выполнена. Вау. То есть здесь можно выбрать нового супергероя? Серьезно? Блин, если честно, игрушечка, ребятки, прикольная, прикольная. Мне она нравится. Так, здесь, ребят, что нам нужно? Так, you have to find this. Нам нужно найти эту штуку. Ну вот она. Вот это она, ребятки. Так, привет. Воу-воу-воу-воу-воу, ого, ничего себе, смотрите, это что за перц такой жесткий? Вообще, ребят, игра очень крутая, мне она нравится. Так, давайте мы с вами сделаем по-другому. А, нам нужно карту, ребятки, нам сначала нужно получить вот эту вот карту, я понял. Смотрите, вот как нужно было сделать, отлично. Теперь мы берем эту штуку, и потом, ребяточки, мы откроем с вами эту вот дверку. Так, до свидания. И мы с ним разобрались. А сейчас мы с вами поиграем в крутую игрушку, которая называется Stucky Dash, ребят. Нам нужно здесь собирать вот такие вот блоки, смотрите. И нам нужны блоки, например, так, подождите. Вау, ёшкин кот, да я еще не хотел пойти на вторую, грубо говоря, плоскость. Я еще на первые все блоки не пособирал. Нам обязательно, ребятки, нужны эти блоки, чтобы дойти до финиша. Так, окей, как нам взять теперь вот эти вот двое... А, все, я теперь понял, ребятки, как еще вот эти вот блоки подобрать. Так, отличненько. А как нам пройти вот... А, все, точно, ребят, тоже понял. Так, хорошо, идем сюда вот. И у нас, в принципе, хватает блоков для того, чтобы дойти, ребятки, до финиша. Да, вот это, в принципе, наш финиш. И видите, чем больше на финише остается у нас блоков, тем лучше. Окей, давайте мы голосовать пока что не будем. Вау, круто, смотрите, это типа бонусный уровень. Мы с вами могли бы собирать не блоки, а монетки. Так, ну короче, ребят, вы поняли, да, суть этой игры? То есть максимально много блоков нужно собрать. Отличненько, отойдем вот сюда. Ну тут вообще как бы все просто, ребят. Тут прям очень все просто. Единственное, что нам нужно будет, наверное,
вернуться обратно, да? Да, нужно вернуться вот сюда, вот. И вот таким вот образом это все, ребятушки, пройти. Так, хорошо. Так, стрелочка показывает, что нам нужно в ту сторону, да, идти? Угу. Тут, значит, тут уже будет что-то... А, она меня просто перебрасывает, ребят. Смотрите, как круто. Опа, опа. Хорошо. Так, так, так. Только как мне, ребятки, попасть... Вот сюда вот. А вот таким вот образом, ребятки, это все делается элементарно. И мы с вами доходим прям до сундучка. И зарабатываем на X5. То есть отлично. Смотрите, какой прикольный скинчик какого-то оленя, да? Рогатого. Так, ну ладно, мы пока не будем, ребятки, с вами смотреть видео, чтобы открывать новые скинчики. Нам и этим, в принципе, хорошо играется. Так, смотрите, как тут стрелочки, блин, перебрасывают меня, если честно. Так, ну давайте мы еще пособираем с вами часть здесь блоку. Прям все соберем, ребятки, все, которые здесь есть в этом раунде. И погнали дальше. Так, тут идем... Воу, ёшкин кот, как это было эпично. Грубо говоря, игрушка сама за меня все делает практически, ребят. Так, а теперь мы сделаем сюда, сюда. Угу, так же самое мы делаем. Теперь сюда, вот, и еще вот эти вот, блин. Короче, три блока, ребятушки, мы сами не соберем. Ладно, давайте тогда открывать другую игрушечку. А следующая крутая игра, это у нас Tangle Master 3D. Это у нас первый уровень, ребят. Смотрите, игрушечка пока что нам говорит, как нам нужно играть. Но я ранее, ребят, уже играл в эту вот игру, поэтому, в принципе, мне здесь все понятно. Нам просто нужно разматывать... веревочки, смотрите. То есть они не должны пересекаться между собой. И вот когда мы добиваемся такого вот результата, значит, у нас все отлично. Окейушки, давайте дальше проходить, ребятки. Кстати, эта игра обновилась, потому что я помню, что раньше она была чуточку по-другому, да. Так, окей, третья миссия уже была немножечко сложнее, потому что нам нужно было сделать два движения. Обычно одно движение мы с вами делали в первых миссиях, а сейчас два. Окей, четвертая миссия, тут что, надо будет уже 4 движения, либо 3 делать? Так, раз, два, три, да, ребятушки, 3 движения, и мы выиграли. Но пока идут 2 веревочки, ребят, пока легко. Но потом будет немножечко посложнее, да. Дальше надо будет вообще думать, ох, смотрите, уже 3, ну, это тоже изи, это просто мега-мега изи. Я хочу, чтобы было немножко посложнее, ну же. Так, и мы с вами, кстати, зарабатываем денежки. А что мы можем за эти денежки покупать? У нас здесь магазинчика, я, ребятки, не вижу никакого. А, у нас есть еще ножницы. Мы можем обрезать какую-то нить, смотрите. Опа! Ага, я понял, ребят, раньше такого не было. Класс, вообще подсказочки какие-то, да? Взяли себе и отрезали одну веревочку. И тем самым очень быстро прошли миссию. Ну, хорошо. Давайте тогда выполним еще парочку миссий, но они довольно-таки быстро проходятся. Так, тут, короче, какой-то ключик имеется. Так, чего? Нам нужно это сюда вот переставить. А, все, ребят, я понял, короче. Мы распутали, грубо говоря, какой это цвет? Пинк цвет, да, розовый, да? Мы его распутали, и замочек розовый у нас тоже спал. Понятно. Так, тут уже 4 веревочки, ничего себе. Так, одну мы распутали, это хорошо. Давайте мы сделаем тогда вот таким вот образом. И это вот сюда вот. Все, ребятушки, миссия снова у нас выполнена. Ну, давайте мы пройдем, ну, 10 миссий. То есть мы уже 8 с вами прошли. Еще 2 миссии. Я хочу дойти до вот этого вот приза, ребят. Хочу посмотреть, что же мне подарят. Ну, смотрите, какие легкие миссии, ребятки. Ну, вы издеваетесь, разработчики. Это уже 9-я миссия. Можно было уже что-то посложнее придумать. Нет, они придумали какую-то, если честно, легкотню. Так, тут у нас что? Ой, ну, я, в принципе, понял. Нам нужно эту штуку поставить вот сюда вот. А, и все. А это нужно вот сюда вот. А сейчас мы с вами поиграем в игрушку «Пол – это лава». И погнали. Короче, нам здесь нужно, ребятушки, просто прыгать. Просто прыгаем, прыгаем, и скоро будет, наверное, «Пол – это лава». Так, все, ребятки, уже «Пол – это лава». Так, нужно аккуратненько, и мы сразу с вами проигрываем. Блин, но я знаю, что это, ребят, игра очень сложная. Безумно сложная игрушка. Здесь нужно именно вовремя, ну, тикать по экранчику. Так, хорошо, пока что бежим. И у нас, ребятки... у нас нет дополнительных жизней. То есть, смотрите, ёшкин кот. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы не должны с вами проиграть еще в самом начале. Я умоляю, только не в самом начале. Где мои сердечки? Где мои сердечки? Блин, чё ж так долго не было этих сердечек-то, а? Так, сейчас будет снова, ребятки, пол это лава. Так, ну вообще, на самом-то деле, игрушка сложная, ребятки. Очень сложная, и мы снова проиграли. Сложно то, что нам не дают дополнительных сердечек, ребят. Ну, серьезно. Разработчики, вы чё?
попутали что-то, дайте мне какую-то возможность, ну, не только мне, а другим ребятам, возможность пройти дальше. Ребят, сердечек нет. О, вон, ребят, наконец-то я увидел одно дополнительное сердечко, и мы его с вами благополучно пропускаем. Короче, если честно, вот игры А4 мне, ну, как бы мне не нравятся, да. Я не знаю, зачем я ее включил. Вот эту вот игрушечку Полуталава А4. Но, ребят, я игры А4 не люблю. Напишите в комментариях, кто их тоже не любит, ребят. Они, ну, такие какие-то несложные, простые. Их очень много, я вообще не знаю, зачем они делаются. Ну, короче, ладно. Этим виднее разработчикам. Так, окейшки, ребятушки, проходим. Это наша последняя жизнь, вы помните, да? И все. Хорошо, пол уже не лава. Вот я вижу сердечко. Ребятки, я вижу сердечко, мы должны с вами его взять. Отлично, отлично, сейчас будет уже пол это лава. Ой, ну у нас уже два сердечка. Ребят, это хорошо, игрушка ускоряется, ребятушки, ускоряется. Так, мы берем, вау, смотрите, мы взяли махинку. И у нас имеется три сердечка. Это, ребятки, очень хорошо. Это очень, даже очень хорошо. Так, я думаю, что скоро будет еще одно сердечко. Да, я его вижу, ребятки, я его вижу. Отлично. 5 сердечек, ребята, 5 штук. Это вообще крутецкий результат, если честно. Так, давай прыгаем, 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 прыгаем. Так, берем машинку. Отлично, что может быть лучше, когда пол это лава, вы летите на летающей машине. Так, ой-ой-ой, как же много у нас сердечек. Ребят, я походу понял, как нужно играть в эту вот игру. Мне кажется, что я бы ее, наверное, полностью всю прошел. Да, игра вообще как бы несложная, то есть просто прыгаете и все. Ребят, если честно, она мне немножко надоела, давайте будем открывать другую игрушку. Это у нас мой говорящий Том, бег за золотом. Ребят, очень давно я не играл вот в эту вот игрушечку, очень давно. Я ее вообще обожаю, она очень классная, это лучший, это самый лучший раннер, который вообще был только придуман. Так, окейушки. И, кстати, здесь, ребятушки, произошло обновление. Да, мы с вами прочекаем его, конечно же, посмотрим, что здесь добавили разработчики. Ребят, играть мы будем с вами одну жизнь. Только одну жизнь и все. Обычно я очень быстро врезаюсь. Поэтому, кто не очень любит эту вот игрушечку, то можете, в принципе, это видео не закрывать, потому что я думаю, что я недолго буду в нее играть. А кто... А может быть, вообще вы ее любите, в принципе, эту игру? А подождите, а почему вообще ее не любить? Она реально очень крутая. Прям максимально крутая. Давайте мы зайдем в подземелье сюда, посмотрим, что здесь поменялось. А, в принципе, ничего. Мы с вами очень быстро из него вышли, ребятки, из этого подземелья. И, кстати, у нас тут вот шлем, смотрите, как долго работает, ребят. Очень долго. По-моему, что до обновления такого не было. Вот, смотрите, он работал, наверное, секунд 40. Это 100%. Окей, магнитик мы, конечно же, с вами берем. Но пока нового, ребятки, здесь я, если честно, ничего не замечаю. Вижу то, что лишь эти вот наши способности как-то дольше, ребятки, работают. Реально, да. И вроде бы больше пока такого ничего нету. Так, окейшки, ребятки, бежим, бежим, бежим. И уже где-то скоро по-любому должна быть какая-то обновочка. По-любому, ребяточки, по-любому что-то сейчас должно быть. Так, хорошо. Ребят, да блин, где эти еноты, за которыми мы гонимся с вами? Так, это что у нас? Дабл, вау, я уж думал, там, короче, тупик. Так, делаем подкатик. Вот еще куча денежек, отличненько. У нас, кстати, сами уже сколько тут денежек? 600 с чем-то монеток, то есть мы можем что-то прокачать. Ладно, теперь идем, ребятушки, поверху. Снова берем магнитики. Угу, отличненько. Ой, блин, чуть не врезался, ребятушки, чуть не врезался. Мне прям шарики за ролики, ребят, смотрите, у меня голова заболела. Ну, точнее, у нашего Томика. Ребят, это у нас рекорд. Да, это у нас рекорд. До отсюда мы еще с вами никогда не добегали. Так, отлично, блин, и мы врезались. А сейчас мы с вами поиграем в наш любименький Бравл Старс. Будем играть режим награда за поимку, ребят. И будем играть за Нани. Пожалуйста, напишите в комментариях, сколько у вас, ребятки, кубков. Вот сейчас будет мясо, ребята. Сейчас будет мега мощное мясо. Так, мы их раздолбали, да? Мы раздолбали их? Нет, они нас раздолбали, ребят. Вот, блин, вот печально-то на самом-то деле. Так, ну-ка, гасим, 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 гасим. Гасим, ребятушки, гасим всех. Блин, и я снова... уничтожаюсь. Пока что по 11, ребят. Так, эта штука тоже разбивает здесь всех. Так, можно еще ее выпустить. Так, отлично, ребятки. Давай, 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 давай. Блин, 17-20. Мы пока что проигрываем с вами. Ребят, такое мясо, если честно, я даже не понимаю, кого мне стрелять. Да, в кого стрелять, а в кого можно не стрелять. Так, меня снова подбили. 29, ребятки. Они ведут. Барли, этот Барли ведет, ребятки. Жестко, жестко ведет чувачок. 31, вот блин, нас ребята кромсают. Нас реально очень жестко кромсают. Так, барличка надо замочить.
Этого мощного. Так, 27, ребятки. 27-39. Так, погнали, погнали, погнали. Вот, Нита, да, ребят, Нита самая мощная. У нее больше всего кубков. Блин, конечно, режим такой очень жесткий. Так, Барли, 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 Барли. Мне нужно уничтожить Ниту. Нита здесь, конечно, решает, ребят. У нее 48 кубков, если честно. Ну, этот режим я не очень сильно люблю, сказать вам по правде, ребят. Сказать по правде, я его не очень сильно обожаю. Так, а вот Ниту нужно уничтожить. Ну уже, давай, у нее 50 кубков. Так, ловим просто Ниту, ребятки. Просто ловим Ниту и все. Так, давай, 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 давай на нее. Блин, ёшкин кот. Ну, если мы сейчас ее уничтожим, то все, все кубки будут наши, ребятки. Все кубки будут просто наши. Так, отлично. Давайте грохнем ее. Она вот спрятанная, ребятки. Она вот здесь спряталась. Смотрите. 64 кубка. Просто все на нее нападаем. Давай, давай, давай. Все на нее, на нее, на нее, на нее. Ну уже 12 секунд осталось. Короче, ребят, мы, походу, здесь проиграли. Да, мы, походу, проиграли. И давайте просто мочкарить ее. Давай, давай, ультой, ультой. Ну же, бомбим. Ребят, не-не-не-не, мы не успели. Мы не успели. К сожалению, бой закончен. Нита прям жестко затащила, ребят. Да. Вот этот вот игрок, он прям очень жестко затащил в этой каточке, но мы с вами заработали 250 гемасиков, ребят, это тоже очень круто. Давайте мы тогда, наверное, возьмем наше вознаграждение, которое здесь у нас есть. Это у нас большой ящик. Тут у нас что выпало? В принципе, ничего такого крутого у нас здесь не выпало. В последнее время, ребят, очень игрушка стала жадная, да, она вообще, я вообще не выбивал очень давно каких-то новых бравлеров, ребят. Это было капец, как давно, когда я выбил какого-то последнего браулера. Ладно, давайте мы поиграем за Дэрила, будем играть с вами парное столкновение, сыграем еще один режимчик. Я люблю этот режим, он мне очень сильно нравится. Парные столкновения, это мой вообще самый любимый режим. Либо парные столкновения, либо одиночные столкновения. Так, давай-ка мы сейчас вас заберем один сундучок и погнали за другим. В принципе, союзник у меня, ребята, неплохой, да. Нита, она неплохой боец. Так, и вот тут у нас Эль Примчик. Давайте мы его, может быть, осилим как-то. Так, давай, давай. До свидания, Эль Примо. Так, и берем эти две баночки и убегаем. Так, убегаем отсюда. Все, хорошо. Нам нужно немножечко восстановиться пока что. У меня... Ой, медведь. Ну, давай, ладно, раз ты медведя в помощь бросил, то будем, в принципе, сражаться. Так, вот тут два чувачка. Ой-о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 й. Так, этого мы уничтожаем. Отлично, берем баночки. И остался у нас... Кольт, да? Ну что, пойдем добьем его тогда, того кольта, так, такого заряженного. Так, я его сейчас, наверное, своей штукой, если что, ударю, вот этой вот, вот так вот, опа, 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 есть, все, отлично. У нас 8 банок, Нита, ты пока что, в принципе, лучше никуда не нападай, потому что тебе нужно восстановиться. Тут еще две команды есть. Так, ой, ёшкин кот, хорошо, хорошо, иди сюда, Максик. Так, еще один разочек, и мы бы его добили. Так, Эль Примо появился, ребятки. Так, Эль Примо мы тоже размочили. Ой, тут еще одна Нита. Ничего себе. Так, хорошо, ребят. Вот эту Ниту мы сейчас и уничтожим с вами. Так, 2 на 2. Вау, 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 меня размочили. Собирай банки, собирай банки. Молодец, ребят. Но Нита что-то сегодня тащит. Что здесь Нита тащит, что там Нита, ребятки, тащит. Ну что ж, давайте тогда будем открывать пока другую игру. Это у нас, друзья, Red Ball 7. То есть мы с вами играли во все Red Ball'ы и в Red Ball 2, Red Ball 3, просто Red Ball, Red Ball 4 очень много раз играли, 5, 6, а это у нас уже, ребятушки, 7. Так, ну посмотрим, чем он отличается. А, этого я чувака не могу, походу, уничтожить, да? Да, этого рогатого, ребятки, мы не можем с вами замочить. Ну, хорошо. Я, по-моему, уже играл, ребятушки, вот в эту вот игрушечку, в Red Ball 7, но очень и очень, если честно, давно. Я даже купил себе вот такой вот скинчик. Обычно стандартные скины идут. Там, скин красного шарика. О, мы, кстати, уже с вами много здесь прошли миссий, ребят, смотрите. Даже очень много. Так, давайте будем собирать все звездочки. А, все, я понял, как здесь нужно пройти, смотрите. Нам нужен этот ящик для того, чтобы нажать на кнопочку. Все, супер, и путь свободен, потому что без ящика мы бы с вами не выиграли. Так, летающего монстра мы уничтожили. Еще одну звездочку берем. И все, ребят, мы с вами снова проходим миссию на идеально. Смотрите, какие у меня здесь есть скинчики прикольные. Можно, например, что-то купить. Потому что денег у нас предостаточно. А чё, я ничего не могу купить? Я не понял вообще. Что здесь покупается за деньги, ребят? Короче, за деньги что здесь? Ничего не покупается, только за рекламу. И все, посмотри рекламу и получи новый скин. О, бой с боссом, ребята, смотрите. Класс. Ну, давай, давай, давай. Так, и чё, я сейчас его бью. О, отлично, все. Я, в принципе, понимаю, ребят, что здесь нужно делать с этим боссом. Так, и вот так вот мы делаем. Так, все, мы атакуем его, ребятки, еще разочек. И вот сюда вот идем. Так, ну мы сейчас, ребят, его очень легко уничтожим, конечно же.
Так, еще последний раз. Давай, 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 давай. Еху! До свидания, ребят. Мы с вами выиграем. Ну что ж, друзья, на этом свое видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, то обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новенькие видосики, которые выходят каждый день. Ну а на этом все. С вами был я, Алексис. Всем удачи и пока. Но вы можете еще заценить несколько моих видосиков, которые вы сейчас видите на экране.